Емельяненко, я всегда думал о бое против мира. Российский боец без правил поделился ожиданиями от предстоящего боя против Фрэнка Мира. Боец МА Федор Емельяненко прокомментировал предстоящий бой с Фрэнком Миром в рамках Гран-при Беллейтер. Мир побил многих топовых ребят. Конечно, я всегда думал о бое против Фрэнка, и я взволнован тем, что буду драться с ним уже в первом раунде Гран-при. Не думаю, что простой повлияет на Фрэнка, он не дрался с марта 2016 года. Примечание редакции. Мир – профессионал, и будет относиться ко всему как профессионал. Он будет биться, приводит слова россиянина Маджанки. Напомним, бой Емельяненко, Мир состоится 28 апреля в 1-4 финала Гран-при Беллейтер. Победитель этой поры встретится в полуфинале с Чейлом Соннином. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.